Всем привет! Вы на канале «Дети звезд». Оксана Воеводина – известная российская модель, обладательница титула «Мисс Москва-2015». Однако славу ей принесли далеко не успехи на профессиональном поприще. В 2018 году Воеводина вошла в состав королевской семьи. Ее супругом стал король Малайзии Мухаммад V. Шикарная свадьба на Рублевке, дорогие подарки. Казалось, исполнилась мечта любой девушки. Но счастье было недолгим. Спустя всего лишь год весь мир с увлеченностью наблюдал за их разводом. Что же случилось в королевской семье? Как и предполагалось, спустя несколько месяцев после свадьбы Воеводина объявила о своей беременности. Поначалу будущий отец был заботлив, однако вскоре его отношение поменялось кардинальным образом. Когда Оксана находилась на 4-м месяце беременности, Мухаммад V покинул Москву и подал на развод. Воеводина до сих пор не понимает, что же послужило причиной развода. По ее заверениям, семейная жизнь протекала без ссор. Малыш Леон появился на свет в конце весны 2019 года, и до настоящего времени экс-король Малайзии не желает признавать сына. Он считает, что Леон – плод внебрачной связи Воеводиной. Как стало известно экс-супругу, до встречи с ним Оксана вела весьма разгульный образ жизни, откровенные съемки в журналах, многочисленные романы, таким было прошлое возлюбленной короля. Родственники Мухаммада были не в восторге от его выбора, они отговаривали его от любовной связи с русской моделью. Это и послужило причиной их расставания, считает Оксана. Несколько дней назад она порадовала поклонников новым фото своего сына. Все отметили, что мальчик все больше становится похожим на своего отца. Тем не менее, ни экс-супруг, ни его родственники встречаться с ним не желают. Никто не хочет передавать власть, тем более русскому, хотя он – прямой наследник, считает сама Воеводина. Она по-прежнему желает, чтобы у ее сына появился отец. Воеводина постоянно публикует посты, в которых просит экс-супруга обратить внимание на подрастающего сына, но не получает на них ответа. Сейчас Воеводина занята воспитанием ребенка. Как пояснила сама модель, у Леона в скором времени начнутся занятия в развивающей школе для малышей Елены Куликовой. Воеводина планирует, что сын будет активно заниматься спортом. Уже сейчас он посещает секцию гимнастики. Как сложится жизнь русской модели и ее сына, не знает никто. Несмотря на то, что ни сам Мухаммад V, ни его родственники не желают общаться с Леоном, она не оставляет надежд на их воссоединение. А как вы считаете, похож ли Леон на короля Малайзии? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!